В Ижевском государственном техническом университете взяли курс на цифровизацию и модернизацию. За последнее время в ИжГТУ произошли качественные перемены. Какие планы на этот год, рассказал ректор вуза. Дмитрий Рублев с подробностями. Как непросто воплотить в жизнь техническую идею, студент третьего курса Глеб Тарбеев знает на личном опыте. Он изучает свойства стройматериалов, ищет способ, как повысить их качество и прочность. Один из многочисленных экспериментов в итоге стал успешным. Я писал научную статью о том, что я в гипс добавлял микрофибру, чтобы проверить, какое армирующее свойство будет у гипса с воздействием микрофибры. И это оказалось так, что гипс стал прочнее порядка на 30%. Сегодня научные разработки этих студентов завоевывают первые места на международных и российских олимпиадах. Ставить опыт и добиваться результата помогают современные технологии. В ИжГТУ идет постоянная модернизация оборудования. Одним из приоритетных направлений в развитии вуза в ближайшие годы стала цифровизация. Так называемая виртуальная реальность позволяет эффективно проработать проект любой сложности. Это перспективное направление. На наш взгляд, мы на кафедре занимаемся обучением наших студентов в самых современных программных обеспечениях, позволяет ознакомиться и выполнить большинство курсовых проектов, большинство всех работ в программных комплексах, программных продуктах. Еще одно важное направление, которым сегодня активно занимается в университете – это развитие инфраструктуры. Так обновлен студенческий городок, проведен капитальный ремонт спортзалов и столовой. Второе общежитие нашей гордости, общежитие, которое не ремонтировалось больше 50 лет, в котором уже никто не жил. Это новое сегодня общежитие, мы его сдали в эксплуатацию. Сегодня идет оснащение его, значит, столами, мебелью. В этом году еще появятся объекты, это полная реконструкция пятого общежития, полный капитальный ремонт. В новом учебном году в вузе появятся и новые специальности, такие как транспортная логистика, интернет вещей, менеджмент спорта высших достижений. Дмитрий Рублев, Юрий Афанасьев, Вести, Удмуртия.